Он прожил всего 3 года. Кому помешал безобидный малыш? И что стоит за кровавой резней в поселке Чернь? Непридуманная история человеческого коварства. Сегодня в программе «Вне закона». Вот уже несколько часов пожилая женщина сидела возле окна. Очнувшись от своих мыслей, она заметила, что уже давно стемнело. Не зажигая свет, она собрала в холщовую сумку нехитрую снеть. Поставила бутылку водки, бросила пачку сигарет. Накинув платок, она вышла за дверь и, крадучись, направилась в сторону леса. «2004 год. Тульская область, поселок Чернь. Утром в дежурную часть поселка Чернь Тульской области поступил тревожный звонок. В доме на улице Якуба Кулиева обнаружено бездыханное тело маленького мальчика. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. 3-летний Сережа Голомысов лежал на диване. При визуальном осмотре телесных повреждений на трупе не было. Обстановка в доме совершенно была никак не нарушена. В доме было убрано порядок. Бабушка ребенка плакала и причитала в голос. И лишь некоторое время спустя, немного успокоившись, женщина смогла давать показания. Из показаний Валентины Голомысовой. Я обычно Сережу с собой на работу брала. А этой ночью он так плохо спал, крепко заснул только под утро. Мне жалко его было будить. Я сварила ему кашу, оставила в печке, а сама убежала на работу. Обеспечением ребенка, его развитием занималась Голомысова Валентина, которая являлась его бабушкой. Она постоянно ребенка брала с собой, находилась с ним дома, кормила, воспитывала. Но кроме нее в доме находился угрюмый мужчина, сын Валентины и родной дядя мертвого мальчика. Владимир Голомысов рассказал, он крепко спал, а проснулся от того, что мальчик упал с печки. Осмотрели мы эту печь. Печь высотой 72 сантиметра была, и упав, как со слов Голомысова, упав с этой печи, ребенок получил смертельную травму. Неужели, упав с высоты чуть менее метра, мальчик так ударился, что сразу умер? И почему 3-летний Сережа Голомысов остался дома с дядей? 2004 год. Тульская область, поселок Чернь. Семья Голомысовых, проживавшая в частном доме на улице Якуба Кулиева, давно вызывала пересуды у соседей. На пенсию Валентины Тимофеевны жили вчетвером сама женщина, сын Владимир, дочь Людмила и ее ребенок Сережа. Фактически содержала всю эту семью, потому что сын не работал, дочь тоже вела праздный образ жизни, и вся семья обеспечивалась за счет пенсии Валентины Голомысовой. Валентина рвалась из последних сил. Мизерной пенсии не хватало бы и одной, а тут еще 3 иждивенцев. Она хваталась за любую тяжелую работу, которую удавалось найти в поселке. Взяли свеклу обрабатывать, потом она пошла фляги молочные мыть. Дочь Людмила, родив ребенка вне брака, всю ответственность за воспитание переложила на плечи бабушки, не испытывая ни малейших угрызений совести. Ну, вы знаете, бабушка бабушкой, а мама есть мама. Согласитесь, это разные вещи. И отказаться от ребенка можно по-разному. Просто бросить его как на дорогу, как щенка. И забыть о нем. Можно давать ему чего-то там. Ласки материнской ему не хватало. То есть никто им не занимался, по большому счету. Ни мама, ни бабушка. Ну, кормить кормили, одевать одевали, обували там, в туалет ходили. Все. Сама же Людмила, находясь в статусе безработной, предпочитала свободное время проводить не с сыном, а в веселой компании. Голомысова Людмила вела распущенный образ жизни, злоупотребляла спиртным в компаниях, работала периодически, бросала работу, опять восстанавливалась. Сама Людмила практически самоустранилась от воспитания ребенка. Дома ночевала, но редко. Еще один член семьи, Владимир Голомысов, также был безработным.
Но если его сестра Людмила хоть иногда подрабатывала, то он предпочитал легкие деньги. Из материалов уголовного дела. Коломысов Владимир Евгеньевич, 1976 года рождения. Уроженец поселка Чернь Тульской области. Безработный. Неоднократно судим за хищение чужого имущества. В 2004 году освобожден условно-досрочно. После освобождения работать никуда идти не захотел. В летний период времени занимался сбором грибов, ягод, сдавал их на рынке поселка Чем. Мать его постоянно обстирывала, кормила. Вернувшись из мест не столь отдаленных, Голомысов Владимир устроил дома настоящий террор. Со слов соседей, этот человек, которого трудно назвать мужчиной, неоднократно избивал своих домочадцев. Был случай, когда он с матерью ходил в лес за грибами, где жестоко подверг беспричинно ее избиению. Сестра, чтобы избежать кулаков, часто вместе с сыном убегала ночевать к соседке или подруге. По статистике, домашнее насилие в той или иной форме наблюдается в каждой четвертой семье. В России приблизительно 14 тысяч женщин ежегодно погибают в результате домашнего насилия. Чаще всего их смерти предшествует систематическое избиение. Также около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями. Для многих подобное воспитание заканчивается гибелью. Более 50 тысяч несовершеннолетних в течение года уходят из дома, спасаясь от собственных родителей. По исследованиям Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, жестокое обращение в семье терпят в основном дети до 7 лет. Кроме того, данные социологических опросов показывают, что 40% жертв домашнего насилия не обращаются в правоохранительные органы из-за неверия в их возможность раскрыть преступление и наказать виновного. Своего трехлетнего племянника домашний тиран просто ненавидел. Когда Сережа появился на свет, Голомысов отбывал наказание в исправительной колонии. Известие о рождении племянника он принял с нескрываемой злобой. На его взгляд, у него была веская причина для этого. То, что он сын начальника уголовного розыска. А он не любил работников милиции, поскольку сидел до этого. Вот и все. Кроме того, как и все дети, маленький Сережа требовал к себе постоянного внимания. Ему хотелось побегать, пошалить, поиграть с дядей Володей. Невинное дитя без отцовщины льнул к единственному мужчине в доме, чем вызывал его страшную ярость. Открыто заявлял, что ненавидит маленького племянника, потому что он мешает ему отдыхать. Высказывал угрозы. Бабушка старалась не оставлять внука и своего сына одних в доме. Боялась, что мальчик может попасть под горячую руку и пострадать. И все-таки в то роковое утро она оставила спящего мальчика дома с Голомысовым. Она все время его с собой таскала, эта бабушка. А потом вроде ее вызвала Астахов на ток, туда, на этот, на ровок, это, фляги мыть. И она ему и говорит: «Вовк, оставлю я тебе, я говорю, сейчас быстро приду». Когда в то утро Валентина Тимофеевна увидела своего сына Владимира Голомысова, сердце ее сжалось от страшного предчувствия. Сын пришел к ней на работу и сказал, что Сережа упал, что он лежит, что он не дышит. Она прибежала домой, вызвала милицию, мальчик был уже мертв. Голомысов рассказал, что мальчик полез на печку за едой и сорвался. Когда мужчина подошел к нему, ребенок уже не дышал. Уже после этого он перенес его на диван. Мгновенная смерть? Вряд ли. Все это выглядело очень подозрительно. Оперативники понимали, Голомысов что-то недоговаривает. Их сомнения подтвердила и бабушка погибшего мальчика. Она заметила, что еда не тронута, что ребенок лежал на постели в другой одежде. Уличить в чем-либо Голомысова Владимира на месте происшествия было невозможно. Только вскрытие и тщательная судебно-медицинская экспертиза могли приоткрыть завесу тайны. Что случилось в тот трагический день в доме Голомысова? И отчего так внезапно умер трехлетний ребенок? Смотрите продолжение через несколько минут. Шокирующие результаты вскрытия трехлетнего ребенка. А также новые факты о смерти Сережи Голомысова. Непридуманные истории человеческого коварства. В программе «Вне закона».
2004 год. Тульская область, поселок Чернь. Тем временем сыщики продолжали изучать личность ранее судимого Владимира Голомысова. Со слов соседей, после его возвращения дома не затихали ругань и скандалы. Владимир привлекался несколько раз к административной ответственности за то, что дома устраивал скандалы. Были на него составлены протоколы. Но никакого действия на Голомысова это не произвело. Злой и агрессивный, он продолжал вымещать свою ярость на близких людях. Не щадил он даже маленького ребенка. Мать пояснила, что когда после освобождения ее брат избивал ребенка, она с избитым ребенком однажды пришла в Чернский РУВД просить защиты от брата. И, по сути, заявление у нее не приняли. То есть, фактически, с избитым ребенком ее отправили из милиции. Заплаканную женщину с ребенком, с синяками и ссадинами сотрудники милиции отправили домой. Дескать, сами разберетесь. Почему люди в форме остались равнодушными к чужой беде? Может, репутация семьи Голомысовых, которые славились на весь поселок скандалами, сыграла свою роль? По данному вопросу я просила суд вынести частное определение в адрес начальника УВД по Тульской области. Такое определение частное было вынесено, была проведена служебная проверка. После этого виновные были наказаны. Тогда сотрудники милиции не могли предположить, что их непроявленная бдительность приведет к столь трагическим событиям в семье Голомысовых. 2004 год. Тульская область, поселок Чернь. Между тем, следствием были получены результаты вскрытия тела маленького Сережи Голомысова. Худшие опасения оперативников подтвердились. Из заключения судебно-медицинской экспертизы. Смерть ребенка наступила в результате тяжких телесных повреждений. Обнаружены закрытые черепно-мозговая травма и разрыв печени. Маленький мальчик умер насильственной смертью от нанесенных ему ударов. Получив такую информацию, работники прокуратуры и работники милиции Чернского района, следователи прокуратуры Чернского района и работники уголовного розыска незамедлительно возбудили уголовное дело. Факты говорили сами за себя. Первым и единственным подозреваемым в убийстве Сережи стал его родной дядя Голомысов Владимир. Оперативники выехали на задержание. В этот момент Голомысов уже скрылся с места проживания и дома не ночевал. В доме, где совсем недавно произошла трагедия, находились только Валентина Тимофеевна и ее дочь, мать убитого Сережи, Людмила. На все вопросы оперативников, где может находиться Голомысов, в каком направлении мог скрыться, женщины твердили одно – мы не знаем. Однако обе они выглядели напуганными и встревоженными. Было очевидно, мать и дочь что-то знают, но молчат. Сотрудники Чернского РУВД совместно с управлением уголовного розыска проводили мероприятия с привлечением кинологических служб по прочесыванию местности, поисковые мероприятия по Чернскому району. Кроме того, Голомысов был объявлен в федеральный розыск. Убийство маленького Сережи потрясло всех жителей поселка и вызвало широкий общественный резонанс. Поймать преступника стало делом чести для оперативников. Все знали, что разыскивается Голомысов Владимир. Значит, оперативные службы работали ежедневно. На поимку преступника были брошены все силы Чернского РОВД. Возле дома Голомысовых, а также в предполагаемых местах, где мог появиться убийца, выставили посты. Спустя долгих 2 недели сыщики получили важную оперативную информацию. Голомысов направляется домой. По адресу, уже известному всем сотрудникам милиции в поселке, выехала группа захвата. Около дома были выставлены посты сотрудников милиции, которые сообщили, что Голомысов зашел к себе в дом. Уже через несколько минут дом Голомысовых был оцеплен. Еще через мгновение наручники защелкнулись у преступника на руках. Голомысов был доставлен в дежурную часть. Где на вопрос, за что ты его, он ответил, так ему и надо. Казалось, злость и жестокость переполняла этого человека. В беседе со следователем он рассказал, в то утро маленький Сережа проснулся и начал плакать, звать бабушку. Голомысов спал, а мальчик ему мешал. Когда же ребенок подошел к нему и стал просить поесть, то он толкнул его, чтобы тот не мешал ему спать. Ребенок упал и затих.
А потом уже Голомысов перенес его на диван. Голомысов отвечал, что убивать не хотел, ударил, чтобы тот к нему не приставал. Но вряд ли это была вся правда. Да и результаты экспертизы говорили о том, что одним ударом дело не обошлось. У него была размозжена печень. Была закрытая черепно-мозговая травма, которые явились причиной его смерти. Но самым страшным и непонятным в этой истории для сотрудников милиции оставался мотив. Да это просто ситуация зрела, на мой взгляд. Это мое чисто психологическое, да, душевное мнение, что ли. Неужели слепая ярость лишила этого человека рассудка? Иначе как можно объяснить убийство маленького беззащитного ребенка? Смотрите продолжение через несколько минут. Злой рок или перст судьбы? Жестокие убийства в злополучном доме? Непридуманные истории человеческого коварства в программе «Вне закона». год. Тульская область, поселок Чернь. Сыщикам предстояло восстановить полную картину происшедшего в тот трагический день. Для проведения следственного эксперимента с Голомысовым на место преступления выехала бригада сотрудников милиции. Он пояснил, и это подтвердила судебно-медицинская экспертиза, он не менее 2 раз ударил своего племянника в область головы и в область туловища, то есть в область печени, отчего мальчик упал. Но мальчик не просто упал. От удара он буквально вылетел из комнаты на ступени, ведущие на террасу дома. Скатился с них кубарем, а потом затих. Затем, по показаниям Голомысова, он его оттуда принес, положил на диван, где уже он и был обнаружен пришедшей бабушкой и работником милиции. Мог ли психически нормальный человек быть таким жестоким? Это еще предстояло выяснить. Голомысову Владимиру была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Между тем, следствию стали известны неприятные, но ожидаемые факты. В то время, когда Голомысов скрывался от милиции, и мать, и сестра знали, где он находится. В ходе следствия было установлено, что, несмотря на то, что Голомысов Владимир убил своего племянника, значит, родная мать этого племянника, то есть сестра Голомысова Владимира и мать его, они его снабжали пищей. В определенное место приносили еду, и он приходил, забирал. Что это? Страх перед убийцей? Или всепрощающая материнская жалость? К сожалению, эти вопросы так и остались без ответов. Несколько месяцев спустя Голомысова Валентина была найдена мертвой в собственном доме. 2004 год. Тульская область, поселок Чернь. Голомысова Людмила вот уже несколько дней не ночевала дома. Вместе со своим спутником жизни она который день подряд пила горькую. Но в один прекрасный момент деньги на выпивку кончились, и тогда Людмила решила забежать к матери, так как раз должна была получить пенсию. На террасе дома ее ожидала страшная картина. Обнаружила на террасе дома труп матери. Труп был связан. При выезде на место происшествия был действительно обнаружен труп Голомысовой Валентины Тимофеевны с признаками насильственной смерти. Имелись кровоподтеки, ссадины. За что так зверски расправились с женщиной? Неужели кто-то позарился на скромную пенсию Голомысовой? Однако эта версия быстро отпала. В доме ничего не пропало, в том числе и недавно полученная пенсия Валентины Тимофеевны. Зато преступник оставил свой след в буквальном смысле слова. При осмотре места происшествия обнаружены следы обуви, наложения крови на полу, где у нас имелся четкий след обуви. Пока это было единственной зацепкой. Тело пенсионерки пролежало несколько дней. Почти ни на что не надеясь, сыщики приступили к опросу соседей. И буквально через дом оперативникам улыбнулась удача. Установили свидетеля, который проходил мимо дома Голомысовой в день убийства. В тот день Сошников Владимир возвращался домой. По дороге, почти у дома, ему встретилась Голомысова Валентина.
Женщина по-соседски попросила его помочь вставить стекло в оконную раму. Ну, сейчас я схожу, пообедаю, сигарет возьму, штапики, гвоздики. Сходил домой, перегрыз мал-маля, сигарет взял, пошел туда. Сошников постучал в окошко Голомысовой, но на крыльцо вышла не хозяйка, а знакомый ему односельчанин Мельников Алексей. Говорит, Володь, ты что? Я говорю, она Голомысова попросила мне стекло вставить. Говорит, не надо, уже вставили. Ну, вставили, я развернулся и пошел. Оперативники немедленно выехали по адресу проживания Мельникова Алексея. При осмотре домовладения Мельникова Алексея была обнаружена обувь с следами протектора, аналогичного следам, оставленным на месте происшествия. Были изъяты вещи со следами крови. По подозрению в убийстве Валентины Голомысовой Алексей Мельников был задержан. Уже несколько часов спустя он давал признательные показания. Мельников и Голомысов были товарищами, вместе отбывали срок. И, конечно, ему было обидно за приятеля. В тот день, находясь в нетрезвом состоянии, Мельников сам не заметил, как оказался возле дома Валентины Тимофеевны. Мужчина зашел к ней. Слово за слово, между ними произошла ссора. По показаниям Мельникова, Валентина Голомысова обвинила его в том, что это он сказал работникам милиции, где скрывается ее сын, и они смогли задержать его за убийство племянника Сережи. У Мельникова буквально потемнело в глазах. Он бросился на пенсионерку. Опомнился лишь тогда, когда понял, женщина мертва. Мельников Алексей был привлечен к уголовной ответственности за убийство Голомысовой Валентины Тимофеевны. Теперь у него был шанс вновь встретиться со своим товарищем-убийцей Голомысовым на зоне. Похоронив мать, Голомысова Людмила уехала из Черни в соседнюю деревню к своему сожителю. Изредка она приезжала. Суд над братом еще не закончился. 23 марта женщина приехала на очередное заседание и зашла в родной дом. Людмила и предположить не могла, что в доме, где были убиты ее сын и ее мать, будет убита и она. Зверски и жестоко. В это было просто сложно поверить. Прибыв на место, мы увидели просто ужасную картину. Труп женщины лежал на полу, ее внутренние органы лежали рядом, под кроватью. Картина была просто ужасная. Зверским убийцей оказался ее сожитель Алексей Тихонов. Он сам пришел в милицию и признался в содеянном. Собрать доказательства не составило труда. Убийца ничего не прятал и не скрывал. Тихонов был задержан, и ему было предъявлено обвинение в совершении убийства Голомысовой. В результате судебно-психиатрической экспертизы Голомысов Владимир был признан вменяемым. В апреле 2005 года суд назначил ему максимальное наказание – 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. К ним добавились еще 2 года условно-досрочного освобождения, которые были отменены. В суде Голомысов не раскаивался, с приговором согласился, кассационной жалобы не подавал. К этому времени все члены его семьи были убиты. Судьба словно не смогла простить тех, кто так или иначе был повинен в смерти беззащитного ребенка.